вместе с нами 1 сентября встречает выпускник военмеха, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Павлович Ивченко. Заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Владимир Тарасович Гайдей. Вот уже не первый раз перед вами находятся те, кому мы вверяем судьбу военмеха в ближайшем будущем. Они теперь каждый день будут переступать порог этого классного учебного заведения. Что вы им скажете? Дорогие студенты, с огромной радостью хочу вас приветствовать в нашем актовом зале Балтийского государственного технического университета «Военмех». Наш университет, созданный в 1932 году, был создан с таким не очень скромным лозунгом «Военмех лучше всех». Но этот лозунг отражал специфику того далекого времени, потому что была резолюция коммунистической партии, тогда существовавшей, в короткий срок, в течение 2-3 лет, набрав лучших учащихся техникумов, привлекая лучших преподавателей, выпустить лучших специалистов по оборонно-промышленному комплексу. Эта задача была выполнена, и с тех пор с этим лозунгом «Военмех движется по жизни». В настоящий момент «Военмех» — это комплексный вуз, который занимается вопросами безопасности, и в России «Военмех» считается одним из самых таких первых вузов по рейтингу успешности наших выпускников. Ну, видимо, как было раньше заложено нашим девизом, так наши выпускники занимают видные посты в правительстве, в оборонной промышленности. Среди выпускников военмеха есть космонавты, генералы, банкиры, достаточно богатые предприниматели, руководители коммерческих структур в самых разных сферах. И мы гордимся тем, что военмех выпускает специалистов с очень высоким уровнем успешности. Военмех – это вуз, где учиться достаточно трудно, где очень высокая аудиторная нагрузка. И придя на первый курс, вы должны готовиться к достаточно серьезным занятиям, лекциям, аудиторным занятиям. В военмехе активно занимаются общественной работой, спортивной работой. Военмех известен своими творческими коллективами, своими научными достижениями, своими спортивными достижениями. Среди выпускников военмеха много победителей различных образовательных олимпиад. И то время, которое у вас сегодня начинается, безусловно, оно достаточно трудное. Оно, я надеюсь, будет у вас счастливое. И это то время, когда вы должны осознать, что свою судьбу вы делаете сами. Вы должны брать от военмеха то, что вам будет нужно, учиться. Преподавательский состав военмеха очень квалифицированный. Это все специалисты, которые имеют богатый опыт преподавания, большой объем работы с промышленностью, научных исследований, известных во всем мире. Они готовы вам передать навыки, умения, знания. Помните, что образование в современной трактовке – это не только получение знания, но и воспитательный процесс. Старайтесь быть ответственными, старайтесь вырабатывать в себе навыки лидера. На первых порах вашими ближайшими проводниками по военмеху будут сотрудники деканата и декан факультета, с которого вы встретитесь. Это человек, который будет вести вас в течение всего времени обучения, который может вас похвалить, может вас отчислить, поэтому ответит на все ваши вопросы. И понимайте, что в ваших руках ваше будущее, и вы должны очень серьезно относиться к образовательному процессу. Не пропускайте занятий, отнеситесь серьезно. Очень часто действует для всех новых студентов эффект
остаточный эффект школы. В школе вы привыкли, что за вами все бегают, учителя все проверяют, в вузе немножко не так. Во многом ваше обучение осуществляется самостоятельно и не ослабевает контроль со стороны деканата. И иногда бывает, вы учитесь, забыли как бы сдать какие-то задания лабораторные, вас уже могут приставить к отчислению, чтобы это не было, чтобы этого не было, отнеситесь серьезно. Я надеюсь, что через 5 лет многие из вас, мы желаем, чтобы все дошли до конца и пополнили ряд наших выдающихся выпускников своими достижениями. Я, как и многие мои коллеги, преподаватель, а для преподавателя, помимо ректора, я тоже читаю лекции, преподаватель, профессор. И для преподавателя лучшей наградой являются успехи наших выпускников. Мы верим в ваши успехи, верим в то, что вы прославите наш вуз. Поэтому сегодня хочу вам пожелать в добрый путь, дорогие студенты. Спасибо.